в полной темноте. Ребята, уже подхожу. Хорошо, что взял с собой фонарь. Без фонаря б я, конечно. О, видали, какие тут лестницы. Я б все носа побил. Ну, а так потихонечку выхожу. О. Сегодня я вышел на рыбалку и буду ловить на сало. Ну, давно уже затягивал. Когда-то я ловил с таким удовольствием, а сейчас решил повторить. Приготовил я сало с чесночком. Так, ребята, сейчас я вам покажу, на что я ловлю. Вот здесь мастырочка у меня. Вот. Гороховая. А здесь у нас чеснок. Вот, с чесноком два зубчика туда выдавил и подсаживаю. Так, все закроем, чтобы не выдыхалось чеснок. Так, ребята, еще один любитель сала пожаловал. Так, подожди, опять у меня этот подхват не на месте. Сейчас мы его извлечем. Так, ну этот на сало что-то оно. О, тут бровка. Ага. Так, 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 что-то давит. О, о! Аж фрикцион заработал. Ребята, там что-то крупное. Так, этот фрикциончик ослабить. Ну, тяжело идет. Ну, повело в правую сторону. Ну, кто ж там такой? Кто-то. О, ребята, а тут у нас нежданно-негаданно. Ребята, судак. На сало. Вы поняли? Любитель сала. А я думал, там лещ. Ну, красавец. О. Поняли, ребята, кто сало любит? Ой, хорошо, хорошо. Ну, сейчас мы его... Сейчас мы ее взвесим, ну-ка. Так, ребята, видали, какой монстр сидит, ну, попался. О, тихо, о, проснулся. Я думал, что там лещара подсел, ну, а тут судачара, нежданно-негаданно, ну. Эй, красава. Так, давай-ка сфотографируемся. Ну, а так, все, пойдем. Так, ребята, повторюсь, любитель сала перед вами лежит. Ну, ну не знаю, не знаю. Как думаете, сколько он весит? Ну, сопротивлялся, я уже думал, там лещара подсел конкретный. Нежданно-негаданно, трофейчик, ну-ка. Да, сейчас взвесим. А у нас тут вторая поклевка. Ну, посмотрим, кто тут. Так, подожди. Я опять без этого, без подхвата. А без подхвата тут нечего делать. Так, что-то тут сидит кто-то. Сейчас мы полюбуемся. Так. О, дергается. Так, ребята,
Мне это нравится. Может, там и второй судак. Ну, что-то крупное. Сопротивляется. Не такие подлещики, как я раньше ловил. Ну. Ну-ну-ну. Что-то перестал дергаться. Может, отвалился. А может, к берегу... О, не, сидит, сидит. О. Пытается смыться. Ну, сейчас. О. Опять что-то... Он, наверное, заводит в траву. И таким образом он типа сходит. А, тут подлещик. Ну. Видишь, как он прячется? В траву заводит и шанс себе дает смыться. Так, я там заряжал. А тут сработало. Так. Так, как-то я... Ну, пошла жара. Мне это нравится. Сейчас перезаряжу. Так, ребята. Кто там у нас? Давай проверим. Это подлещики, наверное. О, дергается. Ну. Трепыхается. Ну, наверное, этот... Кстати, в этом районе караси живут. Было бы неплохо, чтобы какой-нибудь сало любитель подплыл. Ну, о, тут трава. Это постоянно тут он заводит. О. Мелкий. Мелкий, но ничего. Сейчас крупный подойдет. Наверное. О, так, ребята. Тут у нас кто-то прожаловал. Только то перезабросил. Ну. Свеженькое сало поставил. Ну. Все-таки свеженькая, видишь, она запах, наверное, чеснока резко определяет. Ну, это пока ничего не чувствую. О-о-о-о-о. А тут трава, видишь? Как раз. Посмотрим, кто там. Вот это какой-то получше. Но. Но. Хорошенький. Но. Уже на леща похожий стал. Вот сейчас крупняки подойдут. Ну, как-то так. Так, что тут у нас? Так. Тихо. Ну, как-то так, а не иначе. Ну. Пойдем.
кайф. Так. Так, 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 так. Это маленький такой. Так, что-то у меня запуталось. Перехлёст. О, вот так кормушки отлетают. Хвостик зацепится и все. Кто-то вообще ничего не чувствует. Наверное, маленький. Опа. Подлец. Так, ребята, вот у нас кто-то пожаловал. Давай пролюбуемся на него. Я жду такого грамм на 700. Ну, о. Так, что-то нету. О, то он там сидит. Так, кто у нас там? Карась. О! Я и ждал карася. Ну, теперь у меня получается три вида рыбы. Ну, о, ну, от сала любитель, да? Ну, тихо, тихо, не рвать. О, все. Загнал я все. Так, ребята, сейчас будем смотреть, что мы тут наловили. Ну, судачок нас, конечно, порадовал сегодня. Это класс, высший пилотаж. Сейчас я его взвешу и вам скажу точно, что он весит. Так, ну, достал дед невод, да. О, о, дали. Судачина, конечно, классный. Да, ну, как-то так. О, ну, как-то так.
Ребята, вот такой судачина. Ну, красавец. Далее. Ну. Уцепился на сало. Ну. Прикольный. Сейчас я его взвешу. Ну. Как-то так. Так, ребята, завесило оно у нас 100 кг. О, если вам видно, ну, как-то так. Ну. Вот так.